Есть дома многоэтажные, на листе дома бумажные. Есть дома, в которых люди проживают много лет. И хотите, не хотите ли, есть казармы и вытрезвители, есть аптеки, есть театр, где показывают балет. Но есть такие дома волшебные, особо важные для людей, где побывали мы все, наверное, где получают отцы детей. Там на всю жизнь называют Верой или Мариной или Петром. И потому в жизни самый первый и самый главный родильный дом. Олечка, я тебя люблю. Жду тебя, и с моей дочь тоже жду дома. Так, привет. Есть избушки деревянные, небоскребы есть стеклянные, есть дворцы, в которых пусто, и отели, где уют, бани есть, и министерство, институт, где лечат сердце, помещение для капусты, но детей там не дают. Но есть такие дома волшебные, особо важные для людей, где побывали мы все, наверное, где получают отцы детей. Там на всю жизнь называют Герой или Сережей или Петром. И потому в жизни самый первый и самый главный родильный дом. Не волнуйся. Нет. Ты услышишь меня под окном. Я с гитарою. Так услышь ты меня хоть один только раз, ярче майского дня чудный блеск твоих глаз. Так взглянешь на меня хоть один только раз, ярче майского дня чудный блеск твоих глаз. Сколько мук я стерпел и страдать был бы рад, если б душу согрел мне твой ласковый взгляд. Так взглянешь на меня хоть один только раз, ярче майского дня чудный блеск твоих глаз. Я очень тебя люблю. Я очень рад, что ты мне подарила эту дочь. Я просто тебя обожаю. Я всю жизнь буду на руках тебя и дочь. Отпускай. Bésame mucho
como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.